Доброе утро! Как ваша неделя? Я читаю сейчас сразу же уже комментарии. Наталья Титова пишет: неделя шикарная, классные новости. А Розалия дополняет: неделя продуктивная, работаем дальше. Так, неделя... Да-да, пишите, пишите, как ваша неделя еще? Неделя супер! Так, так. Ну, а кто хочет сказать пару слов, как ваша неделя? У кого эта неделя была лучше всех? Ну, вот есть такие, вот у кого прямо она была вау, вау, класс, 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 вот лучше точно, чем у других людей? Ну, вот, вот прям точно-точно. У меня такая была, это точно. Я знаю, что точно лучше, чем у других людей. У кого такая еще была? Наташа. А, Оля, давайте. Ну, аудиторы, конечно же. Ирочка, да, Ирочка, спасибо огромное, спасибо огромное. С твоими школами просто живем и процветаем. Спасибо тебе за твою мудрость, за твои учения, которые ты для нас проводишь. Я говорю, человек молодой, но очень умный. И просто вот не слушать тебя, это значит себя не уважать. Спасибо, Ира. Неделя была очень хорошая. Зашло несколько человек. Продолжаем, работаем. Вчера снова легла в 3 часа. Объясняем, рассказываем, люди заходят, даже за новичками заходят уже, зашли не по одному человеку, поэтому, Ирочка, спасибо тебе огромное за твою подготовку, которую ты нам даешь. Оля, нам все нравится. Оля, конечно, конечно, я очень довольна, что все получается, вот так летит. Обнимаю вас, спасибо. Спасибо. Наташа тоже хочет сказать, как... Доброе утро. Да, я хочу сказать, потому что после, ну, вообще неделя, конечно же, классная, потому что им класснее и лучше, чем у многих других, потому что мы прилетели из Дубая, и началась работа, при том, что поменялась погода, там, конечно, лучше, чем у нас, но у нас тоже хорошо, зима радует нас, и с хорошим настроением, с классными новыми планами, и с такой энергетикой залетели в наш город и давай работать вообще в Украину. У меня еще я в Дубае была, у меня уже многие написали и попросили, ну, предложили встретиться, потому что хотели узнать больше, как это я туда попала, вообще без планов. И, конечно, многие за нами наблюдают, ребята, за нами многие наблюдают, даже если мы этого не замечаем и не обращаем на это внимания, они смотрят за нами, наблюдают, все замечают. И, конечно же, будет время, как, если вы посеете зерна и перед этим расскажете там что-то, да, скажете, они всегда будут за вами наблюдать и потом сами обратятся, чтобы мы их не дергали, не приставали. Они потом смотрят, что ты уже их не трогаешь, сами начинают нас трогать. Поэтому у меня эта неделя была такая, планировали с участниками, у меня новый бенефициар стал новым аудитором, это тоже очень классно, очень круто, такие классные роды. Но все это дает вот энергетика, когда общаешься с лидерами. И я хочу очень-очень вот желаю, когда происходят какие-то мероприятия, куда приглашают лидеры, там надо быть, там надо находиться, надо пропитаться этой энергетикой, и ты потом просто летишь, с тебя просто эта энергия и все, и все. И это люди чувствуют, что ты искренне рассказываешь, показываешь, и реально это все правда. И еще хочу сказать, когда вот сейчас новички там, вот я, да, я предложу, но еще ж есть время, да, ускоренные потоки, да, акция до 31-го, да, вот я еще успею, ребята, не ждите, сегодня вот уже начинайте заводить, потому что этот человек, он до конца акции еще приведет людей, еще приведет, и еще другие воспользуются этим предложением. Не ждите, что у вас есть время. Время очень быстро летит. Поэтому я вот такая на позитиве каждый день. Спасибо большое за встречу в Дубае. Спасибо всем тем, кто там был, поддержал, рассказал, поделился опытом. Вообще мы круто-круто провели время. Я до сих пор не могу успокоиться, честно. Спасибо всем. Да, классно. Я тебя тоже обнимаю сильно-сильно. Да, вчера у тебя появился новый аудитор еще. Ну, это у тебя всегда так происходит. Только встреча, у тебя сразу раз такой новый взлет. Знаешь, да. Новую высоту берешь. И реально я могу сказать, что встречи с вашими топами, с наставниками, это необходимая вообще часть. Видите, где встреча? Летите туда. Даже встреча онлайн — это то, что никогда нельзя пропустить.
Я поздравляю тебя с новым аудитором и нового аудитора у нас, Руслану Ржевскому. Может быть, она сейчас тоже слушает нас, а может быть, еще нет. Но желаю так каждый день точно по одному аудитору. Вот всем. И это все реально. Так, вижу, заряженные вы очень круто. Ну, естественно же, эта неделя нам подарила, и у многих это был приезд после Дубая, это, конечно же, встречи, это, конечно же, много регистраций. Ну, и эта неделя еще подарила всем такой новый этап в стартовых потоках, да, такой ускоренный стартовый поток, и я знаю, что они зашли нашим бенефициарам, ну, просто на ура. Сейчас я хочу дать, ну, даже по поводу ускоренного стартового, спрашивают бенефициары, ну, даже это не бенефициары, это новички, да, то есть новички спрашивают, а в чем разница между обычным стартовым и вот ускоренным стартовым, который наблюдают, вот они наблюдали, видели, вот стартовый, а потом такие, хоп, смотрят, а у вас уже еще ускоренный стартовый появился, теперь новички такие думают, угу. А в чем же разница ускоренного стартового и обычного стартового? А на какой же поток им пойти сразу? И могу сказать вот такое, ребят, смотрите. Вы все, ну вот у кого есть стартовые потоки? Вот сейчас прям в чате пишите, у кого есть стартовые потоки? Кто в стартовых потоках имеет себе там 1, 2, 3, 10, 20, 50 стартовых себе СП? Кто там получает деньги? Да, я предполагаю, что практически точно у каждого, кто сейчас слушает зарядку, точно есть стартовые потоки. Я даже могу говорить не 99,9, а 100%, потому что, во-первых, стартовые потоки – это у нас супервыгодные потоки. А стартовые потоки – это еще потоки, которые реально обучают, тренируют, ну, они демонстрируют вообще работу системы. Что они показывают и прямо объясняют каждому бенефициару, что необходимо делать для того, чтобы получать больше денег и для того, чтобы жить лучше, естественно. А что необходимо делать? Да, это, во-первых, быть бенефициаром кэшфлоу. Во-вторых, научиться пополнять кошелек Money Storage со своей карты, например, и выводить. Вот, это самое главное, чему необходимо научиться просто. То есть уметь использовать свои деньги, которые просто у тебя лежат где-то там или под матрасом, или на карте, использовать, чтобы они тебе приносили толк. И в обратном направлении, то есть взять их из кэшфлоу и взять их из кошелька Money Storage и пойти там что-то купить для себя. Или, ну, есть еще много вариантов, так? То есть научиться. И следующий, третий, самый главный еще пункт – понимать, что чем больше у тебя потоков, тем больше ты получаешь. И естественно, что ты быстрее сможешь начать жить лучше, ну и жить лучше с каждым днем. Есть вот три пункта. Согласны со мной? Кто согласен? Вот три пункта. Первое – это быть бенефициаром фонда. Второе – научиться заводить средства и выводить обратно себе на карту, чтобы ну, пользоваться ими или ну, вообще другим способом как-то пользоваться. Сейчас вообще способов море, да, как пользоваться этими деньгами и даже без карты. Вот. И следующий момент – понимать, что теперь все в твоих руках. Вот реально все в твоих руках. И твои потоки в твоих руках, от тебя лично зависит, получаешь ты или не получаешь, сколько там ты получаешь, так? Ты получаешь $10 или ты получаешь 10 тысяч, например. От тебя зависит. И понимать, что чем больше у тебя лично твоих потоков, чем больше лично ты себе их сам создал, тем больше ты же и получаешь. И больше можешь себе позволить. Ну и естественно, что теперь ты, как и все другие бенефициары фонда, тоже заинтересован в развитии проекта. Все, вот три пункта, что ты бенефициар фонда, ты научился все это делать, и дальше ты понимаешь, что необходимо делать для того, чтобы так у тебя было всегда. Итак, стартовые, ну вот у всех есть, точно. И теперь обратите внимание,
что после того, как мы на зарядке разобрали с вами по числам вообще именно стартовый поток, я увидела, как просто большинство людей прозрело. Я до этого предполагала, что ну, у нас уже 7 месяцев стартовые, ну уже точно каждый должен был понять, какая в них выгода. И прям я аж так, ну, иногда удивлялась, думаю, почему люди сидят, и у них там до сих пор там, ну, не, ну, так мало стартовых. То есть почему у них еще не все стартовые, да? Хорошо, были же у нас, ну, есть у нас многие, которые уже давно поняли, у них уже много-много стартовых, так? И, слава богу, для всех, для них в первую очередь, возможность открывать себе стартовые на любую сумму. То есть вы знаете, да, что стартовые теперь можно открыть на любую сумму и вообще любое количество себе их открыть. Ты ничем не ограничен. Все, класс, такой уже, ох, круто, теперь еще легче будет. Ну, для тех, которые уже поняли, они смогут еще больше развернуть свою деятельность здесь в стартовых. Потом следующий этап. Угу. Увидели по цифрам, насколько они выгодные, насколько это реально крутое предложение вообще из всего, которое только существует. Стартовые. Доходность 450% годовых. Получаешь эти средства за 6-7 месяцев. В три раза. Приумножение в три раза за 6-7 месяцев. Все, то есть механизм пополнения, так, механизм выплаты, все это увидели и офигели. Да? То есть 318 пополнил, 1070 получил. Да? Вот, и я очень рада, что после уже полного объяснения еще большее количество наших бенефициаров поняли это. Все, ребята, и теперь что означает? Что мы теперь полностью готовы, и наши бенефициары все полностью готовы, да, переходить к следующему уровню. Это реально уровень продвинутый, уже называется, и через ускоренные стартовые потоки. Ускоренные потоки, стартовые наши, они просто 3 месяца закрывают 1 секундой. Ты сразу же перескакиваешь этот этап наполнения потока и сразу же переходишь уже к получению выплат. Вот, вот для кого эти стартовые в первую очередь. Для тех, кто уже понял, что такое стартовый. То есть ускоренный уровень, да, уровень продвинутый для тех, кто уже понял, что такое стартовые потоки, кто уже разобрался, да, как говорится, я хочу разобраться. Кто уже разобрался, кто уже научился, пополнил, вывел, да, вывел, снова пополнил. Кто уже... знаете, как сказать, привык к тому состоянию и вообще хочет и дальше быть все больше в таком состоянии, что деньги у тебя есть всегда, что ты не зависишь там от работодателя, там зарплаты, премии, еще там что-то, а что деньги у тебя есть всегда. Ты привык к этому состоянию, что ты с деньгами, что у тебя регулярно 2 раза в месяц приходят деньги. Все, то есть это означает, что тоже твой уровень в жизни уже продвинутый, что ты не переживаешь там от нехватки денег там чего-то или там что вдруг что-то может там закончиться, прерваться. Это тоже на самом деле уже уровень продвинутый, что ты уже привык к тому, что деньги есть. Да, знаете, да, тут деньги есть. Спокойно, деньги есть, да, или все нормально, деньги есть. Вот, поэтому... Это тоже уже уровень продвинутый нашими бенефициарами, что они понимают, деньги есть. И для того, чтобы они всегда были в жизни, ну, вот делай раз, два, три. Ты уже бенефициар, у тебя уже есть, ты уже умеешь это делать. Два, у тебя пункт закрытый. Все, у тебя только пункт три. Создавай потоки. Есть потоки, получаешь, отлично, создавай новые потоки, получай больше. Да? Чтобы больше получать, просто открывай больше потоков. Элементарно, просто и легко. И уровень продвинутый, ребята, через ускоренные стартовые потоки, это для всех вас. И когда я слышу, что вы говорите, вот я попробую ускоренный стартовый. Нет, ребята, вы уже попробовали, и вы уже давно все поняли в стартовом, что такое стартовый. Поэтому здесь нужно не пробовать, а здесь нужно фигачить себе
такой ускоренный стартовый, чтобы вообще просто, знаете, у вас первая выплата уже была, ну, такая, что ну, вам на все точно хватит. То есть все, это не пробовать, это не какой-то поток новый, который нужно попробовать или разобраться. Нет, я просто хочу вам подсказать, чтобы вы не теряли время. Это не новый поток, в котором нужно разобраться. Вы в нем уже разобрались давно. Все уже разобрались давно в стартовом. И этот поток для тех уже продвинутых. И там не разбираться, чтобы просто вы времени не тратили своего лишнего. А там уже сразу делать. Внимание. Например, есть в кошельке там свободная сумма 200. Вообще хорошая сумма. Да? 200. Сразу на всю эту сумму можно сделать стартовый, ускоренный стартовый. Открываем сразу же наш калькулятор в кабинете. Вообще у нас гениальный калькулятор в кабинете. Стартовый поток нажимаем, создать поток. Выбираем ускоренный, вот у нас первый, пишем сумму 200. Вот есть в кошельке сумма 200, вот свободные средства. Как распределить, ну, как на стартовый запустить? Легко. Сумма 200, вот первый взнос в ускоренный, она дает нам номинал потока $700. То есть у нас открывается ускоренный стартовый номиналом на $700. Отлично, да? И уже в первый вывод, давайте я вам сейчас даже включу демонстрацию экрана, и уже в первый вывод мы смотрим, сколько мы уже получаем. Итак, видим. Ускоренный стартовый. Делаем первый взнос, любую сумму. Вот любая сумма, которая только есть в кошельке, ее можно делать. Почему? Потому что у тебя открывается номинал потока, и уже первая выплата, которая будет из этого стартового, она будет в разы больше, чем номинал потока. То есть чем тебе необходимо пополнить. То есть ускоренный стартовый – это уже вариант, когда тебе не нужно откладывать на очередное пополнение. Когда тебе не нужно там распределять, потянешь ты его или не потянешь. Помните, как некоторые задумывались у нас? Ой, а потяну ли я стартовый на 1000 или на 1500? Будет ли мне хватать на очередное пополнение? Вот, в уровне продвинутый, в ускоренном стартовом всегда будет. Поэтому по поводу цифры, по поводу суммы, вот я вам показываю конкретно в калькуляторе. Вы можете делать вообще любую сумму. Вот есть у вас в кошельке 200 сейчас? Свободные средства лежат, да? Когда они лежат, невыгодно, чтобы они просто лежали. Вам нужно их всегда запускать в поток. А в какой поток? Сейчас очевидно же, что самый выгодный – это ускоренный стартовый поток. И он самый быстрый. Поэтому запустить в ускоренный стартовый, вот сумма 200, она сразу же дает, вот, номинал потока 700, вы видите. Номинал потока – это означает, что потом нужно пополнять по 700, только по 700, два раза в месяц. Но уже первый вывод, видите, вот внизу эта цифра, 792. Вот первый вывод уже будет $792. Это значит, что вы спокойно 700 пополнили снова свой этот ускоренный стартовый, а 92 у вас уже оседает в кошельке. Вот и все. Вот и вся математика в ускоренном стартовом. Ребята, разбираться здесь ни в чем не нужно. Считать? Нет. Во-первых, вы должны понять, что ничего считать у нас вообще не нужно. И уж тем более в ускоренном стартовом. То есть ускоренный стартовый – это еще выгоднее и еще быстрее, чем обычный стартовый. Вы все уже увидели про обычный стартовый, насколько он крутой, насколько он выгодный. И насколько он тоже быстрый, кстати, там за 7 месяцев, какое там дается приумножение. А ускоренный стартовый – это еще выгоднее и еще быстрее. Все. И вот этот один единственный калькулятор у нас в кабинете – все это демонстрирует. Поэтому любая сумма может быть, вот у вас первый взнос ускоренного стартового, он может быть любой.
Вы же помните, что у нас может создаваться стартовый на любую сумму, даже с копейками. То есть даже если у вас в кошельке там, ну, не знаю, сколько там, пусть будет там 1900, смотрите, все, сразу же уже система посчитала, что у вас будет ускоренный стартовый на 633 доллара, вот 33 цента. Все. Дальше нужно пополнять также только на эти 633. А первая выплата у вас уже будет 716. И из нее же вы 633 пополняете снова, потому что это принцип работы стартового, потому что это гениальные потоки, которые дают вот эти результаты. Все, из 716 только 633 снова пополнили, остальное себе. Следующая выплата, она же будет еще больше, чем вот эти 716. А вы все так же только лишь 633 отдали, остальное себе. Вот и все. Видите, вот какая, что означает рассчитать ускоренный стартовый? Любая сумма, можно писать здесь 10 тысяч. Смотрите, вот есть 10 тысяч в кошельке. Вот просто так они лежат. Пополнили ними ускоренный стартовый. У вас уже сразу же номинал рассчитался. 3-3-3-3, ой, как красиво. И вы уже сразу же вот получаете какие суммы. И обратите внимание, что сейчас до 31 января все абсолютно e-currency идут подарком на ускоренный стартовый. Вы себе пополняете вот на любую большую сумму, и это же логично, что ты пополняешь на большую сумму сразу, да, утроенный платеж. Тебе как бы нужно сначала много подтянуть e-currency, и потом же тоже у тебя идут пополнения, ну, e-currency. Поэтому сейчас... Пока идут подарки e-currency, то очень логично использоваться подарком по максимуму. То есть, видим, если ты пополняешь вот на 10 тысяч тебе ускоренный стартовый, то у тебя 90 тысяч e-currency уже сразу идет подарком. Вот сколько ты хочешь e-currency получить в подарок, да, больше, естественно, ну, пока идет акция, нужно же больше брать e-currency. Соответственно, ты и больше пополняешь себе этот ускоренный. И, соответственно, ты обеспечиваешь себе на все дальнейшие пополнения этого ускоренного, тоже обеспечиваешь подтяжку e-currency. Вот и все. Вот все, что необходимо считать, знать об ускоренном стартовом, разбираться и все. Нужно, Вера, дополнять быстро, соображать и действовать. Полностью согласна. Абсолютно полностью. Быстро очень соображать и быстро действовать. Поэтому сейчас у нас пятница, неделя, когда уже все точно, ну, увидели про ускоренный стартовую информацию. Быстро сообразите, как вы можете пополнить себе Money Storage. Или с карты это у вас идет, или это у вас, например, там где-то там наличные, или еще варианты. Вот вам нужно быстро сообразить, как пополнить Money Storage. Уже сегодня начинайте, ребята. В воскресенье вечером ваши аудиторы будут на разрыв. А вы будете сидеть и грустить, что никто вам не хочет помочь пополнить. Сейчас начинайте уже. И сейчас вы, дорогие аудиторы, сейчас уже дергаете ваших бенефициаров, потому что потом они будут вас разрывать на части. И все будут говорить: вечер, не успеваем. Сейчас уже делайте. И поймите, чем раньше вы сделаете, тем раньше вы же уже будете получать деньги, ну и 100%, что вы точно успеете. Точно успеете себе создать ускоренный стартовый на любую сумму и получить эти e-currency в подарок. Ускоренных стартовых также можно делать любое количество. То есть там свободных 100 долларов в кошельке, закинул. Есть еще там свободных 50 долларов, закинул. Вы, самое главное, поняли эту фишку, что вам не нужно потом иметь еще сумму на пополнение. То есть вам потом не нужно откладывать. То есть если раньше вы там могли задумываться, вот подтяну, не подтяну, подтяните. Это уровень продвинутый для вас. Вы уже поняли механизм, вы уже поняли, для чего пополнять стартовый. Все, то есть этот уровень продвинутый для вас уже. Можно делать его вообще на любую сумму сейчас ускоренный стартовый. И у вас всегда, уже даже с самого первого раза, будет необходимая сумма на пополнение этого потока. И остальная уже хорошая такая еще доля будет сразу же уже
оседать у вас в кошельке. Вы уже сразу же будете переходить к выплатам. Вот. Так что быстро соображать и быстро действовать реально, это как раз про нас. И это про наши потоки, ну и все возможности, которые у нас есть. У нас вообще все, вот все, что есть, оно выгодное. И, естественно, когда уже бенефициары наши так прокачиваются и реально выходят уже на новые уровни, все вот для вас, как только вы поняли, все, для вас открыты все абсолютно двери. И вы можете очень быстро менять свое финансовое положение. Очень быстро. То есть полгода при умножении в 3 раза, это же это великолепно. А еще когда у тебя несколько потоков, еще не один, а несколько потоков. Все, полетели, полетели. Вера Хапцинец у нас хочет сказать пару слов. Верочка, привет. Привет, дорогие друзья. Как тебе уже... ускоренные стартовые? Я в восторге. Ты на уровне продвинутый находишься? Конечно. Я когда увидела это сообщение, я думаю, боже, что же еще может быть круче? У нас и так все круто, а здесь, ребята, ну, это реально уровень уже космоса. Я что хочу сказать? Да, быстро соображать, быстро действовать. Что заметила? Многие хотят быстро решить свои финансовые вопросы, которые накопились за годы жизни. Это факт. Очень много людей не могут разобраться со своими, ну, задачами, которые жизнь перед ними ставит, и это все касается денег. Друзья, вот это вариант решения мгновенного, понимаете? То есть если сопоставить 1 месяц и всю предыдущую, ну, взрослую, скажем так, жизнь, это секунда. То есть у нас не просто 3 месяца экономится во времени, чтобы выйти на состояние самообеспечения, а у нас сэкономилась вся предыдущая жизнь, да, то есть все. Это угрожает нам бомбардировкой. Ну, видите, да, важные слова, поэтому кто-то не воспринимает. Друзья, делаем, всем об этом рассказываем, радуемся, вдохновляемся тем, что у нас все, вопросы все абсолютно решаемые, понимаете? Больше ни о чем не надо заботиться и переживать, и волноваться. Волнение должно быть только приятное, как Наташа сказала. Я никак не могу успокоиться. Не надо успокаиваться, нужно все время... Верочка, мы тебя услышали, самую важную мысль, мы тебя поняли, а те говнюки, которые тебя перебивают, ну вот так они всю жизнь и будут вот в этом состоянии. А те, кто... Дайте, ребят, сейчас Вере огоньков в чате, вот просто так дайте жару ей в чате, она офигенная и всегда говорит тему. Поэтому... Личные беседы еще сегодня будут целый день на созвоне с вашими, со своими аудиторами. Полетели в новый день пятницы, впереди выходные крутые и очередные выводы недели о том, что не тормози, и, во-первых, всегда делай так, как тебе сказал твой наставник и твой лидер. Ребята, если я сказала... Торопиться нужно и успевать это нужно делать сейчас. Ребят, просто это делайте. Почему? Вы потом поймете. Не спрашивайте. Вот просто делайте. Вот те, кто так делают, они потом без предупреждения летают в Дубай просто так. Или куда еще они там захотят полететь или что-то купить себе. Да? Машины тоже покупают без предупреждения просто так. И все у них офигенно. Поэтому, знаете, у нас всегда все выгодно, у нас всегда все очень круто. И ваше личное благосостояние зависит в первую очередь от вас самих. От ваших действий, от скорости принятия решений, от вашей смелости, насколько вы смелые жить хорошо, насколько вы смелые вот так без предупреждения летать, отдыхать и покупать автомобили и все-все-все другое. Вот, поэтому всем сегодня крутого дня, дорогие аудиторы, держитесь. Я знаю, что сейчас идет разрыв просто вашего внимания, вашего времени, но вы красавцы, и вы те люди, которые... делают крутую миссию, помогая другим людям на планете. Ну и вы, дорогие бенефициары, каждый должен зарегистрировать по 10 человек.
вот просто, знаете, вот каждому нужно точно зарегистрировать по 10 человек. Давайте это сделаем вот сегодня, завтра, послезавтра на любой поток. Кто не понимает ускоренный, быстрый, и не надо. Новичкам говорите, иди на обычный стартовый. Ускоренный, быстрый — это уже для нас. Это уровень продвинутый уже для нас. И не старайтесь прям сразу их на ускоренный, быстрый, чтобы они поняли выгоду. Пусть они пойдут сначала поучатся. Ведь вы же учились. И вот они тоже пусть сходят сначала, поучатся, научатся, а потом уже дойдут тоже и до уровня продвинутый. Поэтому делать, получать и всем рассказывать это точно. Все, ребята, всем пока. Супер сегодня день. И в понедельник мы посмотрим, как пройдут эти выходные. Ой, эти выходные будут очень жаркими. Но в понедельник на зарядке все равно будем. Все. Всем всем пока-пока.